信息，小心翼翼，散步距离，收起小刺，把握时机，拥抱的阻力，一起弹奏的旋律，你就是我唯一一首单曲。Сказали, что лучший студент отделения клинической медицины толкнет речь. Интересно, кто это будет? Начинается церемония принятия клятвы отделения клинической медицины Университета Линбэй. Поприветствуем ведущего. Мне доверили жизнь и здоровье пациентов, как только я вступил в священное учебное заведение медицины. Я торжественно клянусь. Пожалуйста, все встаньте. Клятва студентов-медиков. Я посвящу себя медицине. Буду любить свою страну, буду верным моим людям, буду строго следовать медицинской этике, уважать учителей, соблюдать дисциплину, упорно трудиться, никогда не останавливаться и буду стремиться к всестороннему развитию. Я нацелен на избавление людей от болезней и боли и улучшение их здоровья, и буду защищать честь и непорочность медицины. Дзиньхао, ты играл в Crossfire? Нет. Давай поиграем. Не хочу. Ну давай, вместе. Тут просто. Нам нужен еще один человек. Тогда просто не играй. Я не буду тебя заставлять. Просто дай использовать твой компьютер. Я зайду по другим аккаунтам. А ты сиди и читай. Вот, это один из моих аккаунтов, можешь пользоваться. Прямо. Берегись. Влево, следите за мной. Пойдет? Да-да. Впереди тебя. Направо. Прямо. Левей. Будь осторожен. Yes! Ты великолепен, Дзиньхао. Впредь я буду полагаться на тебя в игре. Впредь? Да. Теперь будем играть каждый день. Я здесь, чтобы учиться медицине, а не играть. Если люди в игре поранятся или умрут, то могут начать сначала. Но настоящие люди нет. Дзиньхао, ты занудливее директора. Мы теперь в университете. Быть здесь значит пользоваться моментом. И наслаждаться жизнью. Для этого и создан универ. Что насчет один раз в два дня? Это не помешает твоей учебе. В три дня? В неделю. Ладно. Раз в неделю. Правда? Ура! Давай продолжим.
Ханьфэй, что ты ищешь? Мой дневник. Нашла? Нет. Может, забыла дома? Может быть. Не ищи. Я подарю тебе суперкрасивый блокнот. У меня тоже есть. Алло, пап. Проверь, пожалуйста, на моем столе, есть ли там дневник с зеленой обложкой. Этот красивый. Отправь его мне, спасибо. Папа мне отправит. Это ждать. Используй наши. Вот. Спасибо. Не за что. Здесь такой бардак. Комендант придет. Нужно прибраться. Давай помогу. Спасибо. Сложи вещи. Давай я сделаю, ты не умеешь. Я могу научиться. Научи меня. Где ты так научилась? Работала в магазине одежды. Круто. В университетские годы я всегда ходила в госпиталь, чтобы увидеть У Цзинхао. Чокнемся? Редко в чем-то участвовала, кроме учебы. Во всем университете я была знакома лишь с Вэнь Вэнь и Стао. Вокруг этого стола мы и смеялись вместе. Он тебя удалил. И плакали. Забудь его, мы с тобой, не бойся. Давай я их уберу. Спасибо. А это... Тебе они тоже нравятся? У тебя все есть? Нравились, когда я была ребенком. У меня только одна. Не нашла, где их продают, так что все не купила. У меня есть все, кроме этой. Теперь у тебя есть все. Ты о чем? Ты мне ее даришь? Ханьфэй, ты потрясающая! Я тебя люблю! Ты такая хорошая! Теперь моя жизнь идеальна. Давайте покажу вам. Ключ, который скрывает темную силу. Покажи мне свои реальные способности. Для меня У Цзинхао словно потерянная карта Таро. В этот раз мы точно не оставим сожалений. У Цзинхао, как тесен мир. У меня есть дела, я пойду. Почему ты стоишь? Может, пойдем? Ладно, пошли. Раз, два, три. Что происходит, У Цзинхао? Хорошо. Тишину, пожалуйста. Давайте начнем наше собрание класса. Это первый раз, когда мы официально встречаемся. Меня зовут Ян Юньтянь. Я ваш консультант на протяжении университетской жизни. Спасибо. Сейчас, пожалуйста, встаньте и кратко расскажите о себе, когда прозвучит ваше имя. Пожалуйста, объясните причину, по которой вы выбрали наш университет. Сперва... Ян Лянлян. Здравствуйте, я Ян Лянлян. Я хочу стать доктором, потому что люди говорят, что врачи – ангелы в белых халатах. Мне нравится петь. Еще я играю на скрипке. У родителей бизнес за границей, поэтому я совсем одна. Я надеюсь, в университете у меня будет много друзей. Спасибо. Очень хорошо, спасибо. Следующий. Пани. Всем здрасте, меня зовут Пани. Я выбрал университет медицины, потому что все в моей семье врачи. Некоторые из нас наверняка знают меня, потому что я администратор университетского форума. Так что я знаю обо всем, что здесь происходит. Если вам нужно что-то узнать, не стесняйтесь, обращайтесь. Нет ни одной сплетни, о которой я не мог бы рассказать вам. Тишина. Пани, не сплетничай все время. Никогда не вмешивайся в чужую жизнь, не сочиняй, не распространяй слухи, понятно? Хорошо. Пожалуйста, садись. Следующий. Читао.
Привет, я Чи Тао. Можете звать меня просто Тао. Со времен средней школы мне очень нравилась манга «Блэк Джек». С тех пор я и полюбила профессию врача. Весьма необычно. Дальше. Хань Фэй. Здравствуйте, я Хань Фэй. Я изучаю медицину, потому что раньше со мной был человек, кто научил меня многому. Он был рядом со мной на протяжении самого тяжелого периода в моей жизни. Но однажды с ним произошла авария. Хочу о нем позаботиться. Хочу, чтобы он очнулся. Хань Фэй, медицинская наука быстро развивается. Я верю, что твой друг скоро очнется. Спасибо. Хорошо, следующее это У Цзиньхао. Всем здравствуйте, я У Цзиньхао. Я выбрал изучать медицину по простой причине. Я хочу лечить пациентов. Спасибо. Очень хорошо. У Цзиньхао лучший ученик нашего класса. Его идея проста. Я надеюсь, что все могут брать с него пример. Следующий. Лин Лин. Здравствуйте, я Линь Лин. Моя фамилия Лин без мягкого знака, а имя Линь с мягким знаком. У Цзиньхао, давай снова будем друзьями. На самом деле, моя мама хотела, чтобы я учился за границей, однако девушка, в которую я был влюблен, сказала мне, что хочет изучать искусство. Я перепутал это с медициной и... Так что я просто подал документы в медицинский университет. Господин, могу я поменять специальность? Тебе придется подождать до следующего семестра. Ладно, я понял. Я подожду. Хорошо. Вы только что кратко рассказали о себе. Теперь вы выберете двоих старост каждого пола для коммуникации в общежитии после занятий. Эти старосты будут ответственны за организацию мероприятий и распространение новостей. Хорошо. Есть желающие? Если нет желающих, то я выберу сам. Первый по списку парень — это... Господин, я рекомендую У Цзиньхао. У Цзиньхао красив и хорош в учебе. Еще он представитель первокурсников. Я думаю, идеальный кандидат на роль старосты. У Цзиньхао, что ты об этом думаешь? Я... Он согласен, господин. Да, согласен. Это и правда хорошая рекомендация. Хорошо. Нашим старостой мужского пола будет У Цзиньхао. Сократим время на игры. Итак, кто-нибудь из девушек? Господин, я. Хорошо. Тихо. Не устраивайте суету. Староста должна устраивать всех. Вы должны сами выбрать свою старосту. Итак, пожалуйста, представьте свои достоинства, проведем небольшие выборы. Ян Лян Лян, начинай. Приветствую. Я уже была старостой в старшей школе. И я хорошо знаю, что должна буду делать. Надеюсь, мне выпадет честь помогать вам на протяжении обучения. Спасибо. Хорошо. Хань Фэй, теперь ты. Хотя я раньше и не была старостой, я знаю много о медицине. И я надеюсь, что смогу помочь всем в учебе. Спасибо. Хорошо. Хорошо сказано, ими обеими. Теперь давайте проголосуем. Сперва... Поднимите руки те, кто хочет, чтобы Ян Лян Лян была нашей старостой. Пожалуйста, начинайте. Ладно. Вас больше половины. Давайте поздравим Ян Лян Лян с тем, что она стала старостой. Спасибо. Хорошо. Наши активисты, встаньте. Скоро у нас будет военная подготовка. Надеюсь, что мы сможем провести мероприятие класса перед ней.
чтобы сплотить студентов вместе. Это не принудительно. Вы должны спросить других об их мнении. Хорошо, господин Янь. Присаживайтесь. На этом наше собрание закончено. Можете идти на обед. Тао. Почему сказала, что поможешь нам учиться? Поэтому никто и не проголосовал. Я просто была импульсивной. И не смогла придумать ничего другого. Это Ян Лянлян такая дурочка. Все знают, что между тобой и У Цзинхао. Не вини ее. Она правда староста. Ты что-то про это знаешь? Есть какая-то история? Я просто считаю, что ей суждено быть старостой. Так теперь это о судьбе? Пошли. Ханьфэй, садись здесь. Даже я не злюсь, а ты злишься. Пошли. Ханьфэй, как думаешь, нам стоит собраться сегодня? Спроси лучше у других. Я не могу отвечать за всех. Ханьфэй, ты что, сегодня расстроилась? Нет, я в порядке. Прости, Ханьфэй, что я забрала себе роль старосты. Ты в порядке? Спасибо. Прости, Ханьфэй. Да я просто подавилась. Да и я про собрание. Я просто не знала, что ты тоже хочешь быть старостой. А давай я пойду к господину Яню и скажу, что знаю о ваших отношениях с Цзинхао, чтобы вы были старостами вместе. Какие отношения? Что ты им сказала? Я ничего не говорила. Я наелась. Ханьфэй! Я сказала что-то не то? Пойду извинюсь перед ней. Ты что, не видишь в этом подвох? Какой подвох? Ты недостаточно умен, чтобы увидеть подвох, Лян-Лян. Почему ты тоже здесь? Я увидела, что Ханьфэй не ела много и решила купить ей еды. Этот йогурт очень вкусный. Хочешь? Нет, спасибо. Кто там? Кто? Скажи что-нибудь. Да блин, кто же там? Здравствуйте, журнал «Английский уголок». Привет, братан, мне не нужны журналы. Не нужны? Почему это? У вас будут тесты на знание английского. Вам очень нужны. Для чтения документов английский очень важен. Друг, раз ты выбрал такую специальность, ты же хочешь получить докторскую? Я не хочу этого, просто уйди. Но степень магистра-то хочешь? Мой друг, я просто хочу, чтобы ты ушел. Я хочу поиграть в игру. Чтобы играть, английский тоже нужен. Например? Это китайская версия, бро. Есть скидка, только 268 юаней. Мне это не нужно, вали отсюда. Думаю, Лян-Лян специально это сделала. Не может быть. Ты не думаешь, что она влюблена в У Цзинхао? Мы только начали учиться, когда она успела?
Тогда зачем она спровоцировала разногласия? Я читала о таком в романах. Парень отдает предпочтение новой девушке. Знаешь, на форуме все сплетничают о том, почему вы расстались. Некоторые думают, Лян-Лян подходит ему лучше. Два старосты. Один представитель первокурсников, другая ведущая. Он скромный, она нежная. Так, все, хватит. А ты думаешь, я подхожу? Он тебя недостоин. Какая же я злая! Что случилось? Никто не купил журналы. Не сердись так, ты же знаешь, есть те, кто не хотят учиться или у кого нет денег. Ничего в этом страшного нет. Вот, выпей колы и успокойся. Комната 209. Парней из твоего класса? Да, а что? Будь осторожна, там живет какой-то псих. Дай вспомню, кто там живет. Пань И, Линь-Лин, и У Цзинхао там живет. Это Линь-Лин. Откуда знаешь, что это он, а не Пань И? Это Линь-Лин. Только не вздумай в него влюбляться. В него? Я что, слепая, что ли? Такой странный и малолетний парень мне никогда не понравится. Вот и правильно. Запомни свои слова. Что-то случилось? Ничего. Пани, откуда ты взял все эти палатки и мангал? Я опубликовал свою просьбу на форуме, и старшекурсник увидел это. Он одолжил их нам. Ханьфэй, ты так оделась, чтобы спровоцировать воспоминания У Цзинхао? Да, но не знаю, сработает ли. У Цзинхао, поможешь мне завязать волосы? У меня не получается. Позволь мне. Давай. Хорошо. У Цзинхао, мне нужно винить тебя. Разве ты сам не можешь? Зачем тебе заставлять девушку работать перед огнем в такой жаркий день? Тогда сам это сделай. Не вини его. Это я хотела помочь. Людей много, он не может все делать в одиночку. Я помашу веером для тебя. Спасибо. Почему сама не завязала? Попросила Цзинхао. И этот Пани, он что, тупой? Почему крутится возле нее? Нужно действовать. Иначе твоего старосту уведут. Лян-Лян, отдохни, а мы с Ханьфэй поможем. Хорошо, спасибо. У Цзинхао, ты устал? Давай отдохнем. Вообще-то я... Ты можешь идти, если устал. Ладно. И он просто вот так ушел? Здесь женские разговоры, уходи. Линь-Лин? Согласно прочитанному мною в манге, Лян-Лян точно влюбилась в У Цзинхао. Не может этого быть. Что ты делаешь? У тебя там жук в волосах. Ты не чувствуешь, как он бегает? Он все еще там? Повернись, я проверю.
Пропал? Да, пропал. Где он? Убежал. Да говорю же, убежал. Ты просто хотела потрогать мою голову. Зачем мне это делать? Я что, скульптор, что ли? Я про шрам на голове. А на твоей голове есть шрам? Из-за аварии? Какая авария? Не проклинай меня. Я упал с трибуны. Так ты потерял память? Разве ты не знала? В моем сне У Цзинхао упал с трибуны. Это реально произошло в этом мире? Слушайте меня все. Раз мы закончили есть, кто-нибудь хочет дать представление? Я хочу. Пани будет первым. Ладно, я первый. Отлично! Великолепно! Садись сюда. Хорошо. Ты используешь меня. Забыла 3 шага. Просто здесь толпа и нет свободного места. Смирись. А где У Цзинхао? Он сказал, что ему просто нужно что-то сделать с Ян Ляном и ушел. Куда ушел? Может, к задним воротам туда? Сейчас поздно. Почему задние ворота? Пойдешь проверить? Зачем мне это делать? Тао, иди в общежитие, а я куплю еды. Я сказала, что хочу еды? Они ничего не покупают. Они кого-то ищут? Добрый вечер. Мы студенты университета Линвэй. Господин Янь сказал нам прийти и забрать что-то. От декана Джуннань. Пожалуйста, проверьте. Спасибо. Ты студентка, которая по ошибке взяла мой телефон. Что тебе нужно? Ты обознался. Заходи, объяснись. О чем ты? Отпусти меня! Отвали!
Спасибо, только что... Ты что, глупая? Успокойся. Зачем ты пошел в такое место с Лян-Лян? То есть ты следила за нами? Не совсем, просто совпадение. Ты следишь за мной? Да не так это. Я просто на тебя наткнулась. Ты знаешь, что я сейчас чувствую? И что же? Злость? Я нарушила твои личные границы? Прости, Удзинхао, я... Что ты делаешь? Что ты делаешь, Удзинхао? Что ты делаешь? Сейчас твои чувства отражают мои чувства. Я так далеко зашла. Прости, Удзинхао. Дай мне подумать, как это сказать. А что ты хочешь сказать? Я думаю, как сказать об этом, чтобы ты не сильно расстроилась. Просто скажи мне. Когда я очнулся, все твердили мне, что мы были довольно близки в прошлом. Неважно, если я этого не помню. Все же это сложно, снова не признать друга. Но на это требуется время. Разве ты сможешь внезапно подружиться с незнакомцем? Если незнакомец продолжает преследовать, будешь ли чувствовать себя комфортно? Если все наблюдают за тобой из-за него, будешь ли ты счастлив? Будешь? Прости, Удзинхао. На самом деле, я была бесстыжей последнее время. Я не знаю, что сейчас происходит. Видеть тебя, стоящим здесь в безопасности. Я на седьмом небе от счастья. Раньше у меня было столько сожалений. Но теперь они пропали. Мы будем фотографироваться завтра. Удзинхао, я обещаю, я буду хорошим незнакомцем, но будь в безопасности, не пострадай, не болей больше. Хорошо. Просто будь спокойна.下秋冬，我消失在你梦中。那个让我不安又快乐的人，那就是你呀。如果一切回不去到最后的我们，有什么留下？是你让我念念又不忘。那
些点点滴滴的时光，有一个瞬间天真的以为你还在我身旁，是你让我念念又不忘，即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘曾经的愿望。害怕醒来的惶恐，你已经无影无踪，在几个春夏秋冬，我消失在你梦中。那个让我不安又快乐的人，那就是你呀。如果一切回不去到最后的我们，有什么留下？是你让我念念又不忘，那些点点滴滴的时光，有一个瞬间天真的以为你还在我身旁，是你让我念念又不忘，即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘曾经的愿望。